В Ульяновске состоялось родительское собрание с участием руководства Министерства просвещения и комиссии по делам несовершеннолетних. На повестке дня досуг школьников во время новогодних каникул. Контролировать будем все с родителями. И качество образования, и питание, и новый проект «Ремонт школ». Вот нам бы хотелось сегодня поднять этот вопрос для того, чтобы родители осознали важность их участия в принятии окончательных решений. Для того, чтобы юным ульяновцам было чем заняться на каникулах, организованы бесплатные кружки. С расписанием можно ознакомиться на сайте Дворца творчества детей и молодежи. Мероприятий готовится множество. Это и техническая направленность, и научная направленность, и творческое направление. Так, например, в начале января Дворец творчества детей и молодежи будет организовывать показательное выступление конного клуба, который находится у нас в районном поселке Ишеевка. Вход будет бесплатный и доступен для каждого. Важно напомнить родителям, чтобы они научили ребят элементарным правилам безопасности. На собрании присутствовали сотрудники МЧС и полиции. Чтобы беречь наших детей и какие-то вот такие основные опасности от пожаров, опасность на воде, опасность вообще поведения на улице, даже кибербезопасности, то это очень важный момент, на который родители попросим обратить внимание. Обсудили и порядок проведения главных школьных экзаменов. ЕГЭ в следующем году будет проходить по новым правилам. Например, большое сочинение по истории больше не войдет в программу. Институтом развития образования Ульяновским совместно с Министерством просвещения запущена серия вебинаров и семинаров как для педагогов, так и для самих выпускников, которые рассказывают обо всех изменениях. Если ребята не могут посмотреть так называемую онлайн-трансляцию, мы ведем запись, и на официальном сайте Института развития образования можно со всеми этими вебинарами познакомиться. Изменения будут во многих предметах. Узнать о них также можно на официальном сайте Министерства просвещения. Виктория Чиркова, Сергей Кудаков. Правда ТВ.